Сегодня вечер пятницы, мы выдвигаемся в область для прокладки в лесной зоне моста через реку. Прошло чуть больше часа, мы в области. За это время мы проехали более 100 километров. Сейчас переночуем, а завтра с утра поедем в лес. Утро субботы. Поменяли мы технику, чтобы проехать в лес. Прекрасное утро. Что, погнали? Экскаватор предназначен для земляных работ, а именно копать траншеи для водяного и газоснабжения, траншеи для канализации, кабелей и сетей связи. Пригодится для под небольшие фундаменты, ямы различного назначения, так же по силам и тверским мини-экскаватором. Пригодится для выравнивания грунта и обустройства дорог, для работ на частных территориях. Мини-экскаватор легко эксплуатировать в местах, где сложно использовать крупногабаритную технику, например в лесах, полях, горной местности, при значительном удалении от населенных пунктов. Для транспортировки мини-экскаватора вам будет достаточно автомобиля с кузовом, или обычного прицепа. Представляет собой самоходную установку, в состав которой входят следующие компоненты: несущая рама, пульт оператора, двигатель внутреннего сгорания, по заказу бензиновый или дизельный, гидравлическая система, рабочая рукоять с оснасткой в стандартном исполнении, это ковш, по выбору можно изменить объем и конфигурацию ковша, в комп установить дополнительное навесное оборудование. В качестве инструмента могут использоваться рыхлитель универсальный, ковш увеличенный 350 мм, ковш планировочный, шныковый и мабур, траншейный ковш 200 мм. Применяя мини-экскаватор, пользователь отходит от ручного труда, так как его мощность минимум в 30 раз больше, чем человеческая. Опытный оператор сможет за день труда провести объем работ, как бригада землекопов, за несколько дней, не прибегая к изнурительному физическому труду. Вы экономите время и деньги. Мини-экскаватор прекрасно справляется с разнообразным составом грунта, а именно растительная почва, песок, супесь, глина, суглинок, каменистая почва. Наши малютки способны с легкостью извлечь из грунта достаточно крупные камни, валуны, корни деревьев и другие проблемные предметы. Самоходная конструкция мини-экскаватора позволяет перемещаться на рабочей площадке без применения дополнительной физической и технической силы, что дает большую мобильность и оперативность, сокращает время на переустановку и подготовку к работе. Подробнее о применении портативной техники. Приобрести мини-экскаватор пригодится людям, которые копают землю в городе, за городом, в дачных поселках, деревнях, не имеющие возможности арендовать надолго подобную технику в дальние и труднодоступные места, а также привлекать крупногабаритную технику в связи с высокой стоимостью ее аренды, например в удаленных от города поселках и дачных кооперативах. Некрупные компании, занимающиеся благоустройством территорий, ремонтом трубопроводов и другой деятельностью, связанную с копанием почвы, могут применять мини-экскаватор в своей деятельности, используя компактность, бесшумность и универсальность наших изделий для оказания услуг населению или муниципальным учреждениям. Лица, занимающихся раскопками, и поисковые отряды смогут применять мини-экскаватор в любом месте, тем самым снизить энергозатраты на земельные работы. Вооруженные силы МЧС смогут применить мини-экскаватор в ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднодоступных условиях. Компактный, самоходный мини-экскаватор создан для всех людей, производящих небольшие земляные работы, ландшафтный дизайн, осуществляющие строительную деятельность и ремонтные работы. Мини-экскаватором может управлять абсолютно любой человек, даже ребенок под присмотром взрослого. Его преимущество перед другими подобными марками и аналогами – это его компактность, малый вес, самоходность, низкий уровень шума, невысокая цена, пригодность для работы в широких климатических условиях. Универсальные инструменты значительно расширяют его возможности, что делает
делает его очень гибким и привлекательным для индивидуального пользования. Переправа готова. Тестовый заход. Будем топить самого легкого.